Всем привет, мои друзья, мои зрители. С вами Владимир. Сегодня я приехал в лес собирать веники березовые для бани. Сейчас вот погуляем, собираем, полюбуемся вот такой красотою. Смотрите, какой чудесный день. Как хорошо в лесу. Ну, идемте. Поработаем немножко. Поснимаем нашу красоту. И вы со мной, друзья, будете. Идемте резать веники. Вот такой лес. Небольшие сосенки и березки. И вот смотрите, какая травка. Это вот дикая редька. Желтая. А рядом вот иван-чай. Кипрей. Но он еще не цветет. Птички поют, слышно, нет ли? Вот на сосенках какие уже пальчики выросли. Вот буквально за 2 месяца. Вот 20 сантиметров где-то, если не побольше. Вот так они растут. Хорошо в лесу. Красота. Нагуляем. Ну вот работа идет. Немножко пособирал. Жарко. Вроде утром поехал. А все равно. Градусов 30, наверное. И вот смотрите, какой цветочек я увидел. Полюбуемся. Вот какой. Вот какой я цветочек. Такой желтенький растет. Лесная красавица или красавец. Ну, пособирал я венички. Переехал я вот. Вот тут такой лес. Гуляем сейчас. Тут вот интересная полянка. Такая вот. На ней столько цветков разных. Посмотрим, полюбуемся. И вот смотрите. Боярышник. Барыня. Сколько ягод. Но это радует. Она так хорошо цвела в этом году. Морозов не было. И вот такие вот, такой вот урожай. Ну, пойдем смотреть цветочки. Вот какие желтенькие. Вот они. Солнышки. И вот такие вот синенькие. Чудесно.
И вот такие вот синенькие. Название, конечно, друзья мои, я не знаю. Но, тем не менее, красивые. Вот рядышком те вот синенькие. А эти вот какие? Синенькие или фиолетовые? И вот вся поляна в них. А вот ковыль. Такой ковыль вот. Вот вдали наш село Терлянский. Чуть проглядывает. Ну, гуляем. Иду вот. И вот любимые мои часики. Посмотрите, какие они их. Красивые. Вообще на этой поляне много клубники. И вот, видите, начинает поспевать первая. Ну, много ее. Но зеленая, это вот так вот. Чуть только покраснела. Ну, сейчас я скажу про чистый воздух. Как же, друзья мои, вы уже знаете меня. Да, воздух чудесный, конечно. Дышится легко. Такая вот красота. Ну, сейчас вот в лес зайдем. Погуляем по лесу. Посмотрим, что там есть. Идемте. Ну, вот такой вот лес. Сосновый. И березки встречаются. Вот хожу, но тут никаких цветочков я не вижу. Сейчас туда зашел. Когда давно я здесь встречал ландыши. Ну, очень-очень давно. Ну, вот не видать их. Это вот шиповник. Лесная роза. Смотрите. Чудесная. Ну, сама прелесть. Ну, красота. Не зря зашел. Там на полянке видел шиповник. Но он уже цветает. А это вот в лесу хорошо. Ну, гуляем. Ну, не мог я ошибиться, конечно. Вот я встретил. Вроде как ландыш. Но они у нас редкие. Так что я не уверен. Ну, кто-то напишет, ландыш это или не ландыш. Листья, конечно, как у ландыша. Но вот вроде она отцвела уже. Цветает. Но тем не менее, что-то есть. Не зря же я сюда шел. Цветочки, цветочки. Весь лук в цветочках. Такая красота у нас, друзья мои.
так вот дорожка. И вот такая вот красота. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною. Погуляли, набрали веничков для баньки. Полюбовались красотой нашей. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Берегите себя и своих близких.